Погнали наконец на Миристану. Такого раза уже. Хорошее начало. Я жди от этого самого от Иденбейсинга. Эти бочки вообще имеют смысл? Или это байт просто? По-моему, это просто байт. А! Эти бочки созданы не для меня здесь, а для них, потому что они в них попадают тоже. Ишь, какие интересные, блин. Сейчас на места пойду, блин. Реально, не могу никак на Мегастену сходить. Ну ничего, я все равно хотел закончить прохождение этого персонажа. Я думаю, порченых будем по-другому проходить, не по порядку, а до мега-сатаны их гнать. Наверное, все же. Типа, буду открывать им вот эти вот крутые анлоки, которые, судя по всему, не рандомизируются. Золотая кнопка. У нее звук такой странный. А все? Ну, ладно. Мне повезло, что я ее на первом этаже встретил, потому что когда на последних этажах встречаешь кнопку, не особо хочется нажимать из-за того, насколько там много говна может вылезти. А тут всего две мухи. Firemind. Пусть будет. Свеча, Бертрайт. Ну давай, Бертрайт, чего бы нет. Спидап могу взять. Ты что тут делаешь? Ладно. С одной стороны сердца, с другой стороны дамаг. Давай лучше дамаг. Сердца я еще найду. А предмет бананы на дамшап не всегда удается найти. Мешочек. Я, конечно, могу взять, но как-то нет. В принципе, я могу пойти открыть сделку, да, не посетить ее, потому что я по ангелу. А потом вернуться, хп потратить на эти кубики. Сейчас собью сделку, не пойду на мегасену, убью беста в этом забеге, да? Хорошая идея. Хорошие планы. Оу. Не ожидал, что здесь секретка. Но кнопочек там никаких нет. Судя по всему, нет.
Я на секунду понял, что если бы я она взорвала челиков, челики бы взорвали вот эту штуку, и я бы взорвался от этого. И мне прям так стрёмно стало на секунду. Я чуть не задамажился от него. Давай ранджап, наверное, возьмем. Тут мне ничего не надо. Я медленный. Подстава. Я на измене. Я что-то не ожидал даже. Типа это имеет смысл, но не... Я не понял даже, что здесь паутина. А! Что там было? Там был ключ, но у меня как раз ключи есть. Не зря сюда зашел. Умри. Вот так. Сундук главное не трогать. Телепортнет к сатане, мне это не нужно. Так. Тут мне ничего не надо, верно? Идем дальше. Сделку сбил. Я пропустил ее. Ключей. Ой, бомб нет. Почему его убило? Подождите, а разве этот мешочек не дает кубики в начале этажа? Тренька дает, а этот что дает тогда? А, этот просто рандомно выкидывает, да. Действительно. Просто когда комнату зачищаешь. Почему я перепутал их, я не знаю. А, да? Надо больше бомб. Я еще жив? Золотой Мрупшин сейчас подходит. Угу.
Угу. Давай тогда вот здесь. Плюс бомба. Плюс имун. Давай еще два сундука откроем вместо одного. Хорош. Ну. Датамайнер мне сейчас точно не хочется брать. Мне нравится, как у меня была всего лишь одна бомба была. Выпавшая. И потом я ее трачу на то, чтобы получить еще одну бомбу. А потом еще одну, а потом еще одну. Даже с этого сундука бомба выпала. Теперь не взорвал. Ну как много бомб? Вообще-то у меня еле как их хватало. Особенно в тот момент, когда я здесь был. Так что не надо тут. Просто стань камнем. Ладно. Ага. Фаермайнд он такой. Дымик ап. У меня даже есть деньги. Сердец что-то как-то нету, ну чё. С лестницей и с сердцами никогда не будет проблем, там очень много их. Кубок, да, кубок это фигня полная. Кубок почти никогда не стоит брать. Так, это полное говно. Я надеялся, что задену бэбика. Точнее, попрошайку. Эти? Нет, Альгис. Ну, сейчас сердце вряд ли стоит брать. Да, сердце сейчас вряд ли стоит брать. Я его просру сразу же. Эрзап. Спиндаун на медальку прожать. Ничего, я скоро ее выкину. А что там спиндаун на медальку дает? Я не помню, что дает. Revelation дает?
Это круто. Пошли в парк-то. Не сейчас, чел, не сейчас. Спиндаун на ключ почему не заюзал? Потому что косы у меня не открыты. Я уже так обсорался однажды. Однажды я уже обосрался. Так. Наверное, библию с собой могу взять. А рева открыта? Кстати, хороший вопрос. А открыта ли рева? Забег на мегастену. Можно деньги забрать, и это, кстати, хорошо, потому что у меня лестница. Дефьюз. Хорош. Обожаю врагов, которые созданы только для того, чтобы тянуть время. Это как бы даст потенциально больше денег, но на это нужно потратить кучу денег. Может, она и стоит того. Ладно, давай. А, я забыл, что я Айзеком играю. Рева как бы открыта, но у меня ее нету теперь. Что там? Интерфейс. Тресни, я не вижу, что там. Рак? Это действительно рак. Вообще мне рева-то и не нужна была. Типа, это ради сердец разве что и полета. Но сои-то мне не нужна рева. PHD выключать. Кубики тоже особо как бы не нужны. PHD, мне кажется, может гораздо больше помочь, чем кубики. Хотя... Это как посмотреть, потому что у меня все-таки ангельские комнаты. Ладно, давай без PHD. Нужна ли соль, когда есть рева? Да. Можно мне 4 монетки? Можно мне... Неважно. Я случайно купил сердце.
Мне не хватает 5 монет, которые я просрал только что. Нихрена себе коробка. Ой. Это так грустно. Good Hat не нужен для сои. Держи в курсе, чел. Даже если бы это было правда, им сою мог бы, можно было бы выкинуть. Ну... Good Hat ведь с кесарем не работает. Зачем мне Локи? Работает? Ладно. Мне кажется, надо Firemind убирать, а то что-то как-то это самое жестко как-то. Интересная комната. Не особо работает. И вот я тоже так подумал, что не должен работать. Ага. Понимаю. Фаермайт надо выкидывать срочно. Или не надо, блин. Или наоборот не надо, я не могу понять, блин. Может все-таки не надо? В смысле? Я же их уже встречал всех. What? В чем дело? Я же их всех встречал. Наверное, Ренжу... Не-не-не, Ренжу как раз надо оставить. А зачем у меня повышенная скорость еще? Пилюли? Да, у меня были пилюли. Так, ну ключ у меня собран. Можно ради сердец повзрывать. Типа у меня же были эти блохи открыты уже. А сейчас они все просто раз за разом появились. Блохи-то у меня были открыты явно. Я их использовал. Капли, да, капли нужны. Капли — это плоская терза. Блин, ну с фаермайндом было очень весело, но опасно. Пофиг на белое сердце, у меня и так много хп. Два ранних и два поздних, окей. Налутали деньжат. А Good Hat уже остался в прошлом.
BFF. Мне это не нужно. Сколько она даст сейчас? Ну, так-то много даст, да. Не стоит ее выкидывать. Два. Три. Четыре. Пять. Не получается отключить консоль. Может быть, какой-то мод пытается ее включать. Есть мод, который включает консоль, но нет мода, который ее выключает. Короче, выключать ее надо с помощью файла. Неважно, как ты ее включал. Ячмень выкинуть стоило. Наверное. Типа вот так. Ну да, шот спид немножко влияет. Не буду больше тыкать. Синие сердца мне профит не дадут. А деньги у меня и так в достатке. Да и ключи уже есть. Блин, так хочется Firemind оставить все-таки. Может оставить его? Да не. Он меня убьет. Мы не портанешься, потому что мне хочется пособирать еще говна всякого. Так. Все, блин, ладно, полет уберу просто. Нафиг мне полет. Полет мне не нужен. А, стоп, я Серафима собрал. Он у меня теперь постоянный полет. Не обратил даже внимания. Ну и, кстати, я в темную комнату не мог сейчас телепортнуться, у меня сердец не хватало. Зачем мне это, правда? Ну, теперь можно какую-нибудь эту самую посетить. В принципе, можно вместо кармана скидку взять, и будет почти то же самое. И вообще надо вот это вот удалить, потому что это последний магазин. На хаша я точно не пойду. Не успею просто. Где-то белое сердце. Опции сейчас выкинем. Надо сначала посетить. Понял.
О-о-о. Хорошая комнатка. Собираем денежки. Я не думаю, что мне нужно больше одного медбоя. Император можно будет с собой взять, чтобы просто побыстрее пройти. Вопрос, где мне душу прожимать? Сейчас весь этаж посмотрим. Там будет видно. А, да. Нашел замену для Библии. Серафим у меня. От Серафима полет. Explosible. Не, ну... Куда мне его сувать-то? Вместо демешапа? Не, ну обычный демешап сейчас довольно-таки сильный. А может мне сою выкинуть? А, опции, блин, точно. Я забыл, что у меня еще опции. Там еще скидку можно будет дропнуть, потому что у меня и так много денег. Это обычная секретка, блин. Я обосрался. Я думал, что здесь ультра-секретка, а это место обычной секреткой. Ну ладно. Душу Кайна как бомбу использовал, почему бы и нет. Билды имбовые, но персонаж такой просто. Я же вниз? Да, я вниз. Сердечко. Сердечко надо брать. Хм. Чё, карманы выкинуть тогда? Какофобия. Возможно. Тот самый босс, который существует только в чате. Не, ну если это действительно будет какофобия, то я не буду убивать. Посмотрим немножко. Поугараем. Это ведь лучшее, что можно делать над душевно больными. Угорать над ними.
Зачем эти все карты? Типа, пофиг на них вообще. Это действительно какофобия. Привет, какофобия. Тебя сейчас убьет. Медбой мед тебя убьет сейчас. Ой, надо реагировать. Ни хрена себе, блин, реакцию, блин, тут. Вот эта комната очень жесткая была. Типа, реально надо очень резко реагировать. Капец. Это сложно. Окей. Медбой его убил. Ее. Что-то босс реально очень жесткий получается. Ничего из этого мне не надо. Призмы у меня не было в коллекции, так что подберу. Что-то прям реально очень жесткий босс. Получается. Надо бы ему монетки, наверное, подановать. Даже при том, что я уже все эти паттерны видел, они очень резкие. Хрен ты успеешь на них среагировать, даже если знаешь, что будет. Ёпта мать. Эксплозия сделала эту комнату очень интересной. Босс становится проще с каждой встречей. Ты имеешь в виду, ты учишься от него уворачиваться? Я императора просрал? Да, я просрал императора. Да, это не то, что я хотел здесь увидеть. Ну как бы то, что я хотел увидеть, я уже увидел. Godhead уже не вернется. Жаль.
А, если покормишь попрошайку, он будет перелистывать еще один предмет. Кстати, это правда. О, корона. Монотки у меня нету, поэтому... Трисоген мне особо-то и не нужен сейчас. Типа он с кесаревым вообще не работает. Кесарево явно лучше, чем трисоген. Давайте покормим. Меч. Можно вместо сои взять? Да, наверное. Подождите, а зачем мне вместо сои брать, если кесарево выше? Окей. Окей. Мне нравится. Дамага чистая. Им сода. Ну хотя, блин, у меня ноль удачи. Мне пофиг, не буду ничего брать. 20-20. Я не знаю, нужен ли он. А, можно лестницу отдать, действительно. А я не туда иду. Эко-чембер. Прости, брат. Блин, от рака так резко все меняется. Подождите, а лакрофагия будет работать? Оно разделяется на фигню какую-то, которая не работает так, как нужно. Давай лучше с раком. Теперь бы им соду. Ну, кстати, да, можно перфекшн взять с им содой. Понятно. Понятно. Понимаю. Да, экспозиван можно выкидывать. Лестницы нет. Какие дела? Может, сейчас лакрофагия будет актуальной? Без меча-то. Давайте что-нибудь... Дальность может порезать. Да, давай дальность порежем. Не знаю, что в этой комнате было критическим, но что-то крашнуло. Так, им сода. Душу можно отдать. Меч с кесаревым? Думаю, да. Думаю, основное там было именно меч с кесаревым.
По-моему, лакрифагия здесь не нужна. Да, лакрофагия только портит все. Криты даже не долетают. Черную дыру открыл. Разве она не была открыта? Ладно. Пусть будет. Ну и один забег за этого персонажа остался.